Антонина Ивановна Романова жалуется, что новая система начисления за вывоз твердых коммунальных отходов сильно ударила по кошельку. Она живет одна в доме общей площадью 200 квадратных метров. Мусор выносит один раз в неделю, но все равно вынуждена платить столько же, сколько платит большая семья, живущая в доме той же площади. К тому же, говорит Антонина Ивановна, есть вопросы по начислениям в платежках. Вот опять, вот сейчас внучка мне говорит, ба, тебе оплатили все, и опять они прислали задолженность. У меня в личный кабинет, и они присылают там, через личный кабинет оплачиваем. Ну, даже не знаем, что творится. За разъяснениями местная жительница пришла на встречу с представителями Каширского регионального оператора и администрации поселения, организованную у досугового центра «Юность» деревни Горки. Народу было много, у каждого из присутствующих свои вопросы. Почему счета на мусор приходят с электроэнергией в одном? Сделайте отдельно. На данный момент мусор вывозят с двух мусоросборных площадок в Горках и трех в Белеутово. Почти всех волновали проблемы с вывозом мусора из синих контейнеров и свалку у площадок крупногабаритного и строительного мусора. На данный момент синие контейнеры вывозятся, график один раз в три дня. Но я так понимаю, да, у вас, к сожалению, он не соблюдается. И я обязательно сегодня доложу это Эколайфу, кто этим занимается. И за выходные, крайний срок до понедельника, я гарантирую, у вас эти баки вывезут. Всего в Каширском кластере работает 7 мусоровозов, которые вывозят сухой и чистый мусор из синих баков. Уже сейчас понятно, что этого недостаточно, но региональный оператор уверяет, скоро все изменится. Я думаю, к концу лета график, который будет соблюдаться один раз в три дня, каждый синий контейнер с Ленинского муниципального района, хотя бы, я так думаю, даже то, что будет вывозиться и соблюдаться этот график один раз в три дня. Представитель регионального оператора подчеркнул, что в обязанности его компании не входит вывоз строительного и крупногабаритного мусора. Также не предусмотрена сезонность. Даже если вы полгода живете на даче, за вывоз мусора по месту прописки платить все равно надо. В любом случае платежки будут приходить с января месяца, и приходится вам их оплатить. Вам придется их оплачивать. Так, хочешь, не хочешь, да, но сезонности нет. Вопросов было так много, что присутствующие решили провести в ближайшее время расширенную выездную встречу с представителями каширского оператора. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.